Ребешки, всем привет! Добро пожаловать на очередную серию прохождения замечательной игрушечки RimWorld. Почему прохождение? Выживание. Давайте продолжать. Почему прохождение-то действительно? Мы же выживаем тут бесконечно. Нам такое улететь, кстати говоря, неплохо было. Вот. Но когда-нибудь мы это сделаем. И, возможно, уже начнем осваивать моды. Кстати, у нас мясо, посмотрите, прям красота. Мясной рай прям. А, но с электричеством проблемки. С электричеством почему-то проблема. Ну, собственно говоря, понятно почему. Так. Беда. Так, давайте энергия и позырим. У нас ничего нигде не оборвано хотя бы. Это может быть как всегда. Да нет, вроде нормально. Ладно, давайте тогда полностью сделаем источники. Бесперебойного, вот, по крайней мере, все какие-то у нас два еще, да, осталось? Да, два. Вот, сделаем тут эти... Да что там, опять тут с ума сходит. Так, тушим. Кто-то поджигает, Леопольд. А, нет, не Леопольд. Кто с ума сходит, не понимаю. А, Блокстарф опять, что ли? Пипец. Так. Давай, котяра, давай, вступай в этот. Так, попытаться нет. Так, где там? Котяра, давай, я знаю, ты любишь это делать. Так, атаковать. Хорош, ну теперь спасай. Ну, самое верное дело. Так, что у нас тут, по идее, плюс... Да, плюс идет неплохо, смотрите. По идее, нам должно хватать. Вот, ну, черт его знает. Так, что у нас по стали? Стали нет, да? Ну, сталь — это небольшая проблема, потому как у нас здесь вот дофига ее. Вот, нам, по идее, только ее перетащить бы надо. Да и вот здесь тоже неплохо. Где? Во. Вот, по идее, только... Только перетащить, и все. Вот, и сталь будет. С компонентами другой разговор. С компонентами у нас тоже, кстати говоря, их нет. Так, ну, по крайней мере, с едой у нас нормально. Так, смотри, кера. Кстати говоря, растет все. Смотри, все отлично. Все отлично пока. Картофанчика, правда, не хватает. То есть, соответственно, мы можем, в принципе, то же самое сделать. А электричества не стало хватать, скорее всего, из-за того, что у нас жрут вот эти лампы дофига. Просто пипец. Да, вот улетает вообще в хлам. Улетает в хлам. Поэтому нам надо строить по-любому. Так. А, тогда надо сейчас, знаете, что сделать? Тогда надо вырубить все. Так, металлолом пока вырубаем. Это у нас что? Стол для резки. А, так это ладно, это вырубаем. Все надо, все, что электричество берет, повырубать. Ну, конечно, кроме этого. Вот, и как-то сократится хотя бы потребление у нас. Возможно. Потому что вот эти, в принципе, ни херо так добавили. 700. 700. На минуточку, 700, да, 200 это ерунда. Блин, вот эти вот до хрена потребляют, 175. О, началось. Ну, самое, вот эти мясо самое. 2900, пипец. 2900. Так, ну давайте. Угу, все, потихонечку свет у нас возрастает. Сейчас должно быть в плюс идти уже. Да, все, плюс идет. Так, солнечные батареи. Нам нужны солнечные батареи. Сталь. Ну, стали 100 нет. Так, у нас, по-моему, барри Алибасов. Где у нас там? Убирает земля. А кто у нас? Переносчик, носильщик, 100%. А, сквит. Сквит несет штаны из ткани. Красавчик, нашел, что переносить. Давай-ка, сквит, чеши сюда. Потому что без стали что-то будет тяжко нам. Так, давайте
козлов на всех, конечно, тоже убивать. Лишними будет. Хоть мяса у нас и много, но мясо, оно лишним никогда не бывает. Так, а тут-то кто? А, заяц. Все-таки, смотрите, если... Бешеное животное, ну давай. Оу. Фига себе их тут. Так, здесь нет, никого сейчас тут нет. Оцелот. Леопольд. Подлый трус. Кстати говоря, Леопольд. Давай-ка, иди сюда. Все равно ты сейчас стрелять будешь. А, ну так стреляет. Блин, вот... Да ты дурак, что ли? Леопольд, стреляй! Кого хрен тут лопнуто? Вот и все, блин. Идиот. Пипец, вот... Вплотную-то пострелять охота, а? Кстати, это что, не дохнет? Ага, нормально. Так. 173, блин. Блин. Надо бы, конечно, надо потихонечку так, что такое, домашнилось. На тебе. Крыса. Забить. Больно нужна-то она, прям пипец. Крыса. Домашнилась. Ух ты, матерь божья, сколько у вас тут. Прям красота, тра-та-та. Так, сквит, что ты там делаешь? Леопольд что делает? А, ну все зажжено. Так, несет крыса один. Ух ты, прям еще изобилие какое-то. Сквит, давай-ка переноси вот это вот. Молится. Иди давай, переноси. Малечик хренов. Так, мы сейчас на минус пошло, да? Ну, кстати, смотрите. Все, мы сейчас зиму, ой, ночь переживем. Но уже не так хорошо тратится, как в предыдущий раз. Поэтому, думаю, нормально. Так, травы что у нас? Нормально травы. Так, да, травы нормально у нас. Вот. Травы у нас нормально. Замечательно, я бы даже сказал. Киллбокс у нас, правда, слабенький, но... Ничего. Так, гидропонофирма, это ерунда. Кстати говоря, не такая большая ерунда. Маленькая, вернее. Так как у нас с компонентом проблема. Надо бы, конечно, поискать где-то тут. Может быть, еще где-то есть компонентики. Так, тут вроде как нету. Когда-нибудь... Ну, кстати, уран. О, это нефрит. Ну-ка, давайте-ка. Дупанем здесь, может быть, что-то есть тут. Так. По-любому где-то тут в горе-то 100% что-то будет. А стена? Сланец. Шиферный сланец. Карибу мигрируют. Охереть. Они просто слева направо. Че, и на базу ко мне не пойдут? О, идут. А нет, нифига не идут. Слушай, может, и идут. Оп. Так. Блин, я даже не знаю. Так, охота, давайте попробуем. Стрельнем в них. Леопольд. Давай, вперед. Оп. За мной? Нет, нифига. Слушай, они вообще не агрятся. Хорош, тут еще поубиваем сейчас половину. Фига вот этой вы... Так, понятно.
Блин, ведь это к дрянью, пипец, конечно. Этих волков надо вообще валить. Сразу они с голодухи начинают потом жрать, блин. Всех подряд. Гады вонючие. Так, Сквид, ты куда идешь? Несет уран. Да сталь несит, какой уран? Зачем тебе уран-то? Так, тут компонентов нет. Так, тут тоже нет. Что такое? Координаты схрона. Нафиг не усрался. Угу. О! Ху-ху-ху. Кстати говоря, надо бы это все перетаскивать. Торговцы, замечательно. Сквид, спит. Ничего не знаю, иди таскай. Так, котяра. Котяра, давай. Че у нас у блута нормально? Да, мы теперь, по крайней мере, в плюс выходим по электричеству. И это уже хорошо. Так, где там они? Как они медленно идут, ёперный театр. Кого-нибудь можно было бы поставить им эту? Кстати, здесь надо засаживать уже не траву, а что-то другое бы. Типа какой-нибудь... Дьявол-тканник, о. Дьявол-тканник. Так, котяра, вперед. Вот, вот идеальное место для этого, для сбора. Сразу на этом появляться будут хотя бы. Так, вон, продать их можем. Смотри, нифига себе, ткач. Нифига он продается. Че он такой крутой? Обеспечить стрелку. А, это каннибал. Ну, да, нафиг. За 800, ой, за 600. Отлично. Смотрите, вообще красота прям. Людьми торговать одно удовольствие. Так, так, пенный снаряд, все ерунда. Рысь, полярная лисица. Медикаментов, в принципе, можно прикупить. 700, дураки что ли? Нет, не помню. Ну все. А, дроз нестачи серебра. А, 900. Тогда купим немножко. Вот так вот. Ну так, замечательно. Сразу от этих от заложников избавились. Так, Сквид несет кожу корибу на склад. Ну, хорош. Хорош. Короче, Сквид говняный, иди там таскай на то, что надо, блин. Так, Сквид. Надо быстрее вот это перетаскивать все. Корибу мстит. Хорош. Корибу, интересно, с них шерсть какая-нибудь падает или нет? Какая-нибудь шерсть падает, интересно, с корибу? Мы этого не узнаем, блин. Так, количество кожи, мяса. Так, скорость выработки, грузоподъемность. Масса, ожидаем, приплод. Не, походу нельзя. Походу нельзя. А может, интересно, вьючное животное? Шанс рукопаш 0%. Че там такое? А че у тебя там опять? Опять оцелот лютует, что-то вырвано ребро, неплохо. Бунт. Походу он устал, надо ему тогда оцелоту сделать. Свои дела, а то он сейчас реально там начнет. Так, оцелот, оцелот. Где это есть-то? Вот он. Пэнк. Все, пускай своими делами заниматься, то сейчас реально с ума сойдет. Несет сталь. А, ну это ладно. Где целует? Во, смотри, телевизор, все замечательно. Иди фигарь, иди. Так, несет нефрит. О, кстати говоря, мы походу выкопали. Да, реально, нефрит, смотрите, пипец. Из нефрита, если статую сделать, это вообще будет, мама, не горюй.
Она будет, наверное, стоить просто пипец бешеных денег. Опять? Господи, заяц. Так он еще орет, как псих. Мы вот напали бы сейчас на торговца. Лол, нифига себе звери. И пошли куда-то, смотри. Лол, куда пошли-то? Вы охерели, что ли? Такие деловые взяли мою еду. Вот это уроды, а. Взяли мою еду, взяли, пожрали такие деловые. Охренеть. Охренеть. О, один аж тут уснул. Лол. Сквит. Бедолага, сквит. Недовольство. Ну да, ну заставляли работать, но такова судьба. Смотрите, растет неплохо, 52%. Ёпер театр, это вообще, сколько у него рост? 42 дня? Хрена себе. Что-то хрена, больно. Ну ладно. Так, все, с едой у нас вообще более чем хорошо. По крайней мере, по мясу 100% в норму перевыполнили, блин. По-моему, надо добродетелю дать оружие. Да не будет. Давай ему тут взять оружие. Так. Тут пипец все сгорает, конечно. Ну ладно, это небольшая ерунда. Как только наши к нам будут подбираться, они, в принципе, должны среагировать будут. Так, охотников, в принципе, можем одного сейчас назначить. Вот, а второго пусть пока давайте посмотрим по работе. Охотники у нас два охотника, Леопольд и Макс, 12 и 13. Ладно, давайте тогда Леопольду, а давайте Максу, потому что он у нас единственный. Фигари, давайте вот так сделаем. Вот и носильщик, вот так. О, Макс теперь у нас пусть переносит все пока, потому как у нас дофига. Слушайте, так разгораться тут. А, ну вроде как все. Вот так сделаем сейчас. А по идее должно броситься, тушить все. Лол. А, ну муфа мстит, ладно. Все, отомстила, да, походу? Хорош. Да блин, пипец. Давайте тушите быстрее. Вот так вот. Хорош. Хорош. Так, теперь это все надо бы сразу срубить. Ага, срубили, блин. Ладно, фиг с ним. Ой-ой-ой, жуки, лол. Ну нет. Пипец, нет, это мы не выживем нафиг. Нет, жуков это 100% шляпа. Жуков, мы ничего жуками не сделаем. Так. Во, что? Ага, это копьеносцы эти. Ну ладно, фиг с ним. Так, ну у нас походу вроде все как спят. Вроде как. Поэтому в теории мы можем сделать вот так. Вот и никто никуда не выйдет. Вот, и мне кажется, эти с... Ой, а, да, тут никто не выйдет. То есть, теоретически, они сейчас вообще тут поподохнут все. Мы плывем тут, сдохнем.
Нифига еще и попал, блин. Че, вы будете помирать, нет? О, все, хорош. Нормально. Так. Блокстар, давай, кто тут у нас еще жив? Захватить. Захватить. Так, раздеть, это все ерунда. Захватить. Барри Алибасов. Захватить. Вот так вот. Вот так вот. Так. Нам надо сейчас вот это врубать. У нас тут битком сейчас забьет. Смертельной болезни, это понятно. Кура. А что котяра делает у нас? Лечит кровью. Ну, нормально. Пускай лечит. Так. Вперед тушить, ребят. А что у Сквида? Тоже что ли, блин? Опять бунт. Ёперный театр. Тоже давайте мы сейчас тогда свои дела сделаем. Сквид, сквид, сквид. Тут они совсем уже. Так, цело, что у тебя? Ой, там мрут как мухи. Просто прям вообще. Невинный заключенный умер. Нормально. И он типа недоволен. Даром, что там от смертельных болезней только что его там пушки разорвали, блин, на куски. Тоже не продумано нифига. Это что такое? Сено, нифига тут сено по 200. Офигеть. Офигеть, у нас сено, просто пипец. Что-то я перебрал тут, по-моему. Так, кроя, ну нормально, фиг с тобой. Все равно на куски пойдешь. Ой, кстати, тут у нас дверей нет. Тут, наверное, сразу поставим вот так. Воодушевление работ кого? Леопольд. Работает с воодушевлением у нас теперь Леопольд. Прям не остановить. Вот так пока сделаем. А тут понастроили нормально. Вот, по крайней мере, теперь хоть какая-то защита есть. Так, но проблема с компонентами-то остается открытой, на самом деле. Открытой. То есть, получается, нам компоненты только покупать теперь. Только покупать. Что такое серебро? Ничего себе. Серебришко. Так, этот мифрил ничего там нам не даст. Единственное только то, что реально сделать из него такие статуи. А Блокстар, по-моему, уже давно ничего не делает. Так, надо целу-то возвращать. Что он делает? Делает куртку. Ну, в принципе, нормально. Это чья, кстати, кровать? Барри Алибасов. У Барри Алибасова маленькая комнатушка по сравнению с другими. Трупов-то пипец, господи, Блокстар. Давай вперед, каремируй.
Там пипец у нас. Они типа видел труп, видел труп. Это хреново вообще на самом деле. Вот сколько у него уже. Во. Видел труп, видел труп. И так набраться может, пипец, конечно. Тут их надо сразу переплавлять. Ну, в смысле, сжигать. Что за яйца? Кого там опять, господи? Бред. Чё у тебя там опять? Сильно усталость. Недоедание? Чего? Недоедание? Ты что, издеваешься? Недоедание. О, кстати говоря, я забыл про этот-то. У нас ведь получается, он сейчас не выдувает нифига, ведь, правильно? Интересно. Интересно. Вот так вот сделаем. Компонентов у нас... Кстати, у нас компонентов ни хрена, да? Компонентов у нас нет, поэтому оставим пока. Меним даже. Так. Большая скульптура. Давайте установим. У кого там? Вот у этого товарища. И кто там? Макс. Или, наверное, вот тут, наверное, да? Типа они тут место проводят. Хер возьмет. Ладно, давайте пока тут. Так, ничья, сквит. Давайте сквит. Блин, не знаю, давайте по порядку. Вот так ставить пока бомб. Без обид, чтоб. Так. Витамин. Ты что там делаешь? Что он делает? Социально расслабляется. Дурак, что ли? Так, по идее, у нас компонентов нет ни хрена. А, нет, 39 у нас. Я там смотрел. 4000 кожи какой-то, охереть. Охренеть, можем наделать из кожи-то и всякой шляпы. Да, ну нам теперь жирность не страшна, у нас сена просто гора. Вот здесь у нас минус 29, ни хрена себе. Не испортится, все замечательно. У нас теперь эти проклятые животные нам не страшны. У нас теперь сено для них есть просто гора. А вот, и они теперь нормально. Нормально теперь. Ох ты, ах ты, ах ты. Нормально. Тушите, ребятушки, тушите. Нормально. Что-то минус идет. О, беда-то какая. Надо вырубать. Беда. Беда-беда. Сейчас, по идее, должно в плюс пойти, потому что у нас электричество не работает. Лампы. Ну, давай, пожалуйста, в плюс. Хреново. Блин, этот бз так вообще не в тему. Зараза такая. Как можно ее переставить, интересно? Кстати говоря, тут у нас теперь компонентов-то нормально, так что, наверное, можно поставить босс. Вот так вот. Даже два лучше, потому что в прошлый раз, помню, такая фигня была, что не справлялась. Так, все, сиделки тут нормально. Вот, сейчас в плюс все должно пойти. Да, все замечательно. Что у них тут, минус 2? Ну, верблюдам, мне кажется, особо пофиг температура. Не особо они там страшится. Вот здесь, да, вот здесь бы надо, конечно, температуру-то поддерживать. Так ощущение, как будто здесь у нас крыши нет. Нет, есть.
Странно. О, лол. У нас... У нас этот... Господи. У нас этот... Госпиталь без крыши был. Прикольно. Госпиталь был без крыши. Это офигительно. Так, опять. Вот я готов поклясться, что это Блокстарф. Так, Котера, в бой. Я знаю, ты это любишь. Так. Хорош. Теперь спасай. Все, мы теперь научились этих проклятых выводить из строя, блин. Ну, все, красота. Бых-бых, по рожам надавал и все. Так, 32, да, конечно, компоненты заканчиваются. И надо при любой возможности, иначе, покупать компоненты эти. Ух, сорок. Упало потребление. Думаю, даже хватит. Так, Чурбан, да, или кто там? Кого там побили-то? Леопольда. Леопольду надо теперь винтовочку взять. Которую уже унесли. Иди, хватай, а потом иди спи. Жалко, верблюжья шерсть, она не считается тканью. Это хреново. Да, вот здесь надо бы поставить сразу вентиляцию. О. Ну, по крайней мере, температура хотя бы будет. Так, вентиляция тут есть. Получается, здесь тоже бы неплохо вентиляцию было бы запендюрить. Вот так вот. Вот, и, соответственно, здесь было тоже тепло. Так, 12 минус 11. О, смотрите, нормально. Ой-ой-ой-ой-ой. Офигеть. Офигеть. Эти на максимум хернем. А, смотрите, это фига, 20 потребления, и он все, он не работает, получается. Так, ладно, давайте позовем кого? Блокстарф. Гриф легкий вперед. Так, Куро. Куро нам не нужен, Грой не нужен, Блад. Блад, давай вперед, и отдыхай тоже. Так, и Ускит, Ускит нормально. Все, выздоравливайте, ребятушки. Иммунитет там, да? Иммунитет выработан 43. Замечательно, во. Вот так вот будут сидеть тут и нормально их выздороветь, по крайней мере. Своими товарищами давайте хотя бы просто поговорим, что ли. Шикарное блюдо им кормим. Блин, вот это как-нибудь можно было бы отменить. То есть их кормить только обычными. Здесь только лечение. Получают пищу. Беседовать. Кстати говоря, может посмотреть, может он неплохой. Так, зависть, протезофил, трезвенник. 32 года.
Короче, все может делать. В принципе, нормально. Этот. Ух ты, ах ты. Интерес, химия, восприимчивость. Психочувствительность плюс 40. Вот это очень плохо. Ну, вообще все будет поджигать, блин. Сдобучаться прям вообще не могу. Ладно, давайте вот это вот завербуем. Кровью. Вот. Знаете, у меня теперь 76%. Вот, с этим просто будем разговаривать. Так, тем более у нас тут одна есть пустая, как раз для крови. У, все сюда. Ничего себе. Ты чуть сюда приперся. Грипп легкий 42. О, сейчас тут более-менее уже, по крайней мере, под крышей. Это без крыши, блин, был. Во, все нормально, шикарно, блин, доготовят. Так. Должно хватать. 13-12. Блин, может быть, немножко не будет хватать, конечно. Да, не будет. Сразу хоп. Фига комбикорма-то тут. Хорош, хорош. Комбикорм, в принципе, можно не готовить, раз сено у нас. Вот, мясо, чтобы не готовить потом. Да, наверное, не будем, потому что у нас пипец. Давайте реально. Комбикорм вообще отменяем, нахрен. Это просто жесть какая-то. У нас они и так сено неплохо жрут. Офигеть. Фига, электричества не хватает, жесть. Офигеть, надо еще ставить. Это два аккумулятора добавилось. Так, надо без крыши сделать. По идее, вот этот без крыши тоже. Этих хер его знает. А тут я чуть не... А. Блин. Сам день черт его знает. Так, торговец контрабандой. Из фракции кровельщик. Ну давай. Может быть отхапать тут еще себе такую. Под этот. Под это дело. Дурацкая затея. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Еще так еще надо. Так, котяра. Вперед. Так, большая структура. 189. Плохо. Понятно. Так, курокопатель. По-моему, мы его как раз таки вырубовать хотели. А, нет, мы его как раз таки продадим. Мы крою. Крою, да. Фига кроя стоит. Лол, 449, а этот 94. А чё так, ничего себе. Чего дорого-то? Так, так, медикаменты. Белый медведь, волк, волк. О, блин, все говно какое-то. Вот все говно. Так, энергия. На химтопливе. Кстати говоря, можем сделать вот эту штуку попробовать. На химтопливе. По идее. Вот так вот. Попробуем сейчас. Блин, да пипец, бред. Ты задрала.
Давайте и тоже сделаем. Бред. Пес, что там, она старая, что ли? Или сколько лет ей? А, ей 69 лет. Понятно. Ничего она такая, блин. 69 лет туда особо-то не набегаешься. Так, вот смотрите, вот сейчас попробуем вот эту построить. И на химтопливо. Вот эта штука 170 всего забирает, но можно ее врубить. И херачить из древесины химтоплива. Вот. Поэтому, наверное, детали древесина вся, да? Вот, соответственно, можно будет выращивать древесину как раз-таки. Вот и фигарить. Бесконечно. Грузовой контейнер давайте. Блин, что-то грузовой контейнер все хуже и хуже. Так, надо грандиозную вырубку сейчас сделать. Прям вот так. Так, давайте погнали. Кто у нас заниматься? А, вот, фигарит, целот. Много интересных химтоплива получится. 35, не знаю, это много или мало. Кстати говоря, можно посмотреть по цене, дорогое ли оно. Вот это вы хотите, твари? Сейчас я думаю, сидят, а они просто посидели. Ну ладно, прощаю. Пускай уходят. Так, пиромания. Так, кого убить? Леопольд опять у нас, да? Котяра. Котяра любит это дело. Сейчас покажем этому Леопольду проклятому. В смысле, что такое? Макс атаковал хищник-волк. Макс, у тебя винтовка плазменная в руках. А, я понял. Ты плохо с этой винтовкой. Так. Поселенцу нужна помощь, еще бы. Спасай, иди. Блин, не, котяра вообще топчик. Херачит всех почем зря, блин. Слушай, а что, сдохнет, что ли? 21 мая. 5 что ли? Кто там 5? Ацелот. Кого хер вообще? Котяра, для тебя тут работа опять. Так, надеюсь, ты донес его. Так, где он? Где этот паршивец? Так, спасай, хорош. Опять электричество не хватает. Так, надо тут врубать, получается. Это мне давай-ка как-нибудь заряди. Почему они не работают, не понимаю. А, так вот, 6 дней. Что не так-то? Типа даже этого не хватает. А, 1000 ватт дает энерговыработка. Воу. Так. Да, ну смотрите, получается на 5 дней хватает 25 топлива на 5 дней, это офигеть. Это офигеть. У нас сейчас 55, то есть вообще не, очень неплохо. Очень неплохо.
Сейчас заберем. Нормально. В общем, в целом вообще прикольно. Макс, что у тебя? Ёперный театр. Давай-ка чеши, дружище, ты сейчас помрешь там, блин. Грипп тяжелый. А, ну иммунитет почти выработан. Вот, нормально, хорош. Так, Леопольд, по-моему, Леопольд неплохо так покоцан. А, ну все, в принципе, нормально. Уже неплохо. Давай, строй. Так, сразу, что у нас там по 143? А, нет. Ну, в теории должны работать. Вот, и я хочу от них сделать вот здесь небольшой аккумулятор. Блин, компонентов не хватает, просто пипец. Вот так вот. По идее должны быть тут области без крыши. Но здесь вроде как крыши нет. Хер вот там, на самом деле. Ну, посмотрим сейчас. У Макса заражение лоу. 48, блин. Больна спина. Пипец. Ну и возраст 51. Блин, нужно. Так, вот вырабатываться, да, 1000. Все равно не хватает, но... Да, вот эти, конечно, у нас много дают электричество, пипец просто. Даже вот этой штуки не хватает. Офигеть. Офигеть. Ладно, ребятчик, на этом замечательном моментике тогда закончим. Спасибо большое, что смотрели. Спасибо за лайки, за поддержку и за подписки. А вот, и увидимся уже в следующей серии, ребятчики. Всего вам доброго, всем пока.